Всем привет, ребята! С вами, как всегда, я, Roblox Алинка, и сегодня я опять сниму видео. Ну, как бы я не снимала очень долго видео, по моему мнению, и мне кажется, вы заскучали и захотели новое видео. Поэтому я решила снять для вас новое видео. Спасибо вам большое, что вы меня поддерживаете, пишите всякие, что типа ты умничка, ты ангелочек. Спасибо большое вам за это. Каждый, кто напишет какую-нибудь приятную вещь или подпишется на меня, я обязательно подпишусь в ответ. Потому что я никак не могу не подписаться на своих подписчиков. Мы достигли 1000 подписчиков, и это прям, мне кажется, уже хорошо. Но мне кажется, что надо продвигаться дальше и дальше начинать подписываться. Кто не подписался, пожалуйста, подпишитесь, ведь я очень стараюсь над видео. Я их очень долго монтирую и пытаюсь все сделать хорошо. И поскольку очень многие пишут, что у меня тихий голос, мне кажется, они просто не читают, что я пишу над видео, слушать почти полным звуком. Пишу я это, потому что я смотрю для начала свои видео, не перекосила я там какие-нибудь слова тупые. И я сама знаю, что я тихо говорю. Но не знаю, почему. Я пытаюсь говорить во весь голос, но поскольку я не одна живу в квартире со своей сестрой, мне приходится говорить почти во весь голос. Но я очень стараюсь, и тем не менее, мне кажется, что этого будет нормально. Ну, и сегодняшний способ – это как получить вещи бесплатно. Кстати, ребят, мне пришли робуксы с того сайта. Ну, я некоторые потратила вещички, вы можете увидеть, что у меня остался один робукс. Всего один робукс, да. Поэтому робаксы реально приходят, я проверяю свои способы, и мне приходят робаксы. На некоторых видео у меня там 2, 1 робукс или 0 иногда, потому что я их трачу сразу. Я была очень рада, когда мне пришли робаксы. Также, кто не смотрел коды на робаксы, обязательно пойдите и посмотрите, потому что там очень много кодов, с которыми вы можете выиграть робаксы. Ну ладно, я не буду долго, очень долго говорить, поэтому погнали. Если вы хотите любую бесплатную вещь красивенькую, то вы должны зайти в шоп, нажимать на clothing, например, или на charters. Давайте на вот сюда потом. Вы должны зайти в шоп. И в шопе нажать на, например, charters, да, вот этот, clothing, без разницы. Я хочу, допустим, на clothing и вот shirts. Тут есть очень много красивых футболок, и мы видим вот эту кнопочку price. Мы должны на нее нажать и потянуть ползунок до конца вниз. И нажимать на вот эту вот кнопочку. И все, у нас появляются все бесплатные вещи. Это все абсолютно бесплатно, вы можете это взять. Делаем то же самое со штанами, и там очень много красивых штанов, футболок. Это все бесплатно, это вы можете подобрать для своего костюма. Представляете, как это прикольно? Все бесплатные аксессуары, все бесплатные футболки. Это все очень прикольно. Вот на примере я возьму одну футболку. Допустим, давайте с вот таким дракончиком. Ну, не очень идет, ну ладно. Нажимаем, и тут у нас написано как раз free. Нажимаем и get. И все, дальше нажимаем из шопа в custom. Nice. Сейчас. Вот. Кастом. И на clothing у нас будет такая точка, и на t-shirt. Это получается, что у нас появляется новая t-shirt. Сейчас я в Roblox перезайду, чтобы ее снять быстренько, и к вам вернусь. Вот, я уже переоделась, и также сейчас я буду отвечать на комментарии. Да, у меня будет рубрика «Отвечаю на комментарии», поэтому если ты хочешь в него попасть, обязательно пиши комментарий внизу под видео. Ну и сейчас я отвечу Roblox Джулии. Погнали. На каком-то из моих видео она сказала, что я своровала у нее ник. И сделала точно такие же смайлики. Ну,
как бы нет. Если у меня есть, потому что я автор, если пролистнуть, у меня есть видео. Если мне пролистнуть о канале, здесь будет описание, ссылочка и дата регистрации 25 июля 2020 год. А также у меня всего 3324 просмотра. Спасибо большое за это. Ну, и я не знаю, мне кажется, я намного раньше была зарегистрирована в YouTube, но видео мои не высвечивались. Почему они не высвечивались? Потому что там было написано, что мои видео могут смотреть только боты. Боты из-за ограничений. Но я сняла эти ограничения, и теперь у меня все прекрасно проявляется. Вы можете это смотреть и комментировать. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, я кому-нибудь помогла и... сделаю скин лучше с помощью этих способов. Пишите в комментариях, что мне снять на следующий раз. И да, я опять извиняюсь, что меня так долго не было. Всем пока!